Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую часть карты «Угадай ютубера по...» Я уже даже не знаю, почему его можно угадывать, по лицу было, по фотографии было, по голосу было. Давай назовем так, то что в этой серии мы будем угадывать ютубера по прическе. Вот. Некоторых ютуберов я все же, мне кажется, угадаю. Таких карт в последнее время появилось просто пруд-пруди, поэтому если ты хочешь продолжение, ты знаешь, что делать. Лайк! Ну, можешь поставить, мне будет приятно, но это зависит только от тебя. Ты просто напиши в комментах и подпишись на мой канал, если хочешь видеть больше прохождений карт. Потому что я читаю все комменты, и вы просто не представляете, как же сильно мне приятно, когда я вижу, что люди пишут, мол, Эдисон, мне нравится прохождение карт, очень весело, очень здорово, очень кайфово, прям ржу волосину. Продолжай делать это. Я продолжаю делать. Хорошо, здорово всем. Чтобы начать, найди кнопку, но сначала выйди на улицу. Я попал в угадай ютубера по лицу или я попал в find the button? Алло, какая кнопка? Где кнопка? Дайте мне сначала кнопку. А, вот кнопка, хорошо, все. Так, на улицу что у нас? Привет, это вторая карта угадай ютубера по фотографии. Удачи. Ну ладно, тогда сразу же нажимаем на кнопку и приступаем к первому ютуберу. Ладно. Создатель карты, ты здесь дырку оставил, забыл закрыть. Так, хорошо. Давайте начнем. Спаунпоинт, все, поставили. Так, ну я помню это лицо вроде как с предыдущей серии. Это вот это, как его там, наша, ну да, Агера, у которой очень такой мужественный голос. Вот это Мел, мне кажется, немногие знают, кто это такой, но это я знаю, это Мел, а вот это... Если я не ошибаюсь, я надеюсь, что меня сейчас никто не заклюет, если я все же ошибусь, это вроде пятерка? Не бейте, пожалуйста, если я ошибся, это... Да, это пятерка! Хорошо! Знакомое вроде немножко лицо, это вроде Раф. Да? Здесь у нас Утя, здесь у нас Зога, но здесь у нас Раф, конечно, я даже вот так просто по выбору пойму. Я аж растерялся немножко, извините, пожалуйста. А это кто? Кто это? Диана Найкова. Я в душе просто не чаю, как выглядит Диана Найкова. Но это точно не мини-котик. Викал... А, это же девушка Ярика Ла... Пу! Ярика... Вика Хвост! Вика Хвост! Вика Копыта! Вика Ла... Да, все. Фу, что меня напугали? Я уже думал то, что никогда в жизни не угадаю. Так, это у нас... Ну, вы знаете, здесь такое хорошее расширение фотографий, здесь такое хорошее качество фотографий, то, что я просто не могу догадаться, кто это может быть. Подождите, так. Это точно не демастер, это точно не де... Это Тирасер, Тирасер, извини, пожалуйста, я тебя не сразу узнал, это Тирасер, точно. Это был Тира... Это Домер. Я с ним несколько раз виделся в жизни, поэтому это Домер, да? Правильно. Так, дайте мне... Ты кто такой, мужик? Подожди. Это точно не Аид, это... Ну подождите, на кого... Он похож на ёжика? Турбо-ёжик. Ну на ёжика он мало смахивает, да и на турбованного ёжика тоже. Да! Так, всё хорошо, хорошо угад... Да подожди, да я не имею поня... Это Смейл, это... А, ну, то я знаю, как выглядит Смейл, знаю, как выглядит Crazy Mega Hell. Это Спитснейл, точно. Это он. Правильно! Все, замечательно. 10-й раунд! Я... Да кто ты такой? Извините, пожалуйста, я не знаю. Так, это... Дик Крафт. Это безобразие. Фу, хорошо, хорошо. Опа, нифига себе! Здесь на 11-м уровне даже локация поменялась. Вы смотрите, куда мы переместились. Это спаунпоинт. Ребят, я не знаю, честно. Чем дальше, тем все сложнее, сложнее, сложнее. Я не знаю, кто это такой. Безобразие был. Нефилим какой-то. Лирис. Ну, давайте, допустим, Лирис. Я не знаю. Тьфу. Да, я уже на секунду подумал то, что... Ладно, это Нефилим. Честно, я не знаю, кто такой Нефилим. Но, да ладно. 12... Зидер Чаппи Компот.
Я вроде знаю, как выглядит компот. Мне почему-то кажется, что ему подходит имя Чаппи. Пронесло. Да я не знаю! Ама, Супер Евгеха, Бранди. Ну это Ама. Хорошо. 14-й. Это ты, пописяка. И сейчас все в комментах опять начали писать. Денисон, сам ты пописяка, ты чего оскорбляешь? Потому что рот нужно на замке держать и меньше про меня тараторить за спиной, поэтому я никого не буду называть пописякой. А он тараторил. Но я знаю, кто это, Когда это я с ним снимал ролики, но после этого я ему почему-то очень сильно разонравился, и он... Ну, короче, лучше вам не знать. Ивангаюшка, где Ивангаюшка? Так, Ивангай, вот он, Ивангай. Дальше. Ребята, я никого в гости не звал, закрывайте, пожалуйста, за собой дверь в следующий раз. Это у нас Азлагор, вот он. Подождите, я считаю, то, что нужно создать петицию. Я против. Матушку хорошая, вот... Вы почему мне щеки накрасили? Подождите. Вы никакого ютубера не фотошопили. Почему именно мне, среди всех 30 уровней, почему именно мне накрасили щеки? Алло! Алло, это намек? Эдисон, где моя шоколад? Вот как со мной сейчас начали все разговаривать. То есть вы все думаете, то, что если я одной сказал, то, что я должен ей букет ромашек, то я сейчас каждому буду должен. Сделаем так! Я обращаюсь к создателям карты. Давайте, вот, ребят, поддержите меня в комментах. Делаем так. Да, меня добавили только для того, чтобы я шоколадку кому-то подарил. Хорошо, шоколадку я тебе подарю. Только после того, как кто-то сделает такое же прохождение карты с лицом, но вставит туда Катерицу. Подождите, Вика Хвост, ну, девушка Вики Лапы, она может быть в картах, а Катеридзе нет? Да Катеридзе и еще тот майнкрафтер. Всем майнкрафтерам, всем нубикам, нубик, всем майнкрафтерам майнкрафтик. Вот если кто-то добавит Катеридзе в следующей части, вот тогда я буду должен кому-то там шоколадку. Это я. Я там в зеркало смотрю, я знаю, как я выгляжу, поэтому ничего здесь сложного. Фирамир, боксер в прошлом, боксер, Фирамир. Так. Ля какой? Петро! Это Петро, где Петро? Петро, вот, Петро. Хорошо. Мы угадали, Петра, 20 уровень. Это у нас, Рисман, вот он, Рисман, хорошо. 21 уровень, и нас переместили в ад. Ребят, реально, вы не в лифте родились, пожалуйста. Вот когда есть проход дверной, нужно, чтобы там была дверь, и дверь нужно закрывать. А ты у нас, получается, Фриха? Хорошо. Извини, пожалуйста, я тебя не узнал сразу же. Так. Это кто-то из лазуритных домов. Да вы заколебали, да ёханый ты баба, я... Так, это у нас лазуритный гном. Лазуритный гном, хорошо. Дальше, 23-й уровень. Ну, грех не знать. Это же у нас Супер Евгеха, естественно. Так, 24-й уровень. Честно? Да я знал с самого начала, да я просто ее прикалывался, знаете, то, что я как будто не знаю, я знал сам. А, нет, не то. Не только мне щечки накрасили, Это у нас Дэн Шмальц, вот. 25-й, 26-й уровень. Винди, ну естественно. Если бы я не знал, кто это такой, меня бы сейчас, наверное, половина бы подписчиков просто закусали. Вот. Это у нас Братишкин. Что здесь Братишкин делает? Хорошо, Винди у нас. Хорошо, это 27-й уровень. Ну сейчас, почему пошло так, то что чем ближе к концу, тем у нас легче. 28-й уровень. Хорошо, я забираю... А, нет, я знаю, кто это! Я... Или нет, или да, я знаю... Или...
это компот? Нет, это не компот. Это не безобразие, это не мел, это зазетка. И это 29 уровень, это предпосле... Подожди, а откуда я могу знать, кто это, если он закрыл свое лицо? Бомжик. Дема... Это не демастер, это не клау... Слушайте, если меня сейчас обратно тэпэкнут на 21 уровень, то Тогда получается, это у нас клаундер, да? Хорошо. И последний уровень. Это проще простого. Это у нас Crazy Mega Hill. Ты нашел нашу карту, ура. Я нашел вашу карту. Здорово всем. Вот тут у нас создатели карты идут. А вот у нас там все ютуберы вот здесь. Шоколадка будет только тогда, когда появится Катеридзе. Поддержите меня в комментах. Давайте мы в комментах напишем Катеридзе не нубас. Ну почти. Вот. И тем самым мы будем поддерживать то, чтобы Катю добавили в карту. Ну как бы, ну пора бы уже Майнкрафтер, как-никак, в юбке, на каблуках. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение, потому что таких карт, как я уже сказал, просто вот до сюда, по горло, даже и то выше. Я обещаю, то что я запишу продолжение, если тебе нравится прохождение моих карт. Подпишись на канал, чтобы никогда не пропускать мои ролики, и нажми на колокольчик, если ты уже подписан, чтобы всегда получать уведомления на телефон и на компьютер, когда я буду выпускать свои ролики и также запускать стримы. Я тебе скажу еще раз огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!